Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. В этом ролике мы поговорим о реально шокирующей новости, потому что сами разработчики говорили о том, что больше переносов не будет, и вот опять. Час назад появилась вот эта новость. Сегодня мы приняли решение перенести дату Cyberpunk 2077 на 21 день, то есть на 10 декабря. Самая большая проблема для нас сейчас – это одновременно поставка игры на консоли текущего и следующего поколения ПК, что требует от нас подготовить и протестировать 9 ее версий. Это Xbox, Сонька и ПК, понятное дело, работая дома. Поскольку Cyberpunk 2077 где-то в процессе эволюции превратилась почти что в игру для консоли следующего поколения, нам нужно убедиться, чтобы все работало хорошо и каждая версия функционирует без сбоев. Мы понимаем, что это может показаться нереальным, когда кто-то говорит, что 21 день может иметь значение в случае с такой масштабной и сложной игрой, но это действительно так. Буквально пару недель назад разработчики сами говорили о том, что игра ушла в золото и готова уже. Просто ожидайте, пока она выйдет. Что переносов больше не будет, и, честно говоря, после сегодняшней информации верить на слово разработчикам становится вообще нереально, потому что изначально у нас была дата на апрель, потом у нас была дата на сентябрь, потом у нас стала дата на ноябрь, теперь на декабрь. Конечно, я отменять предзаказ не буду, потому что я жду эту игру, но мне безумно обидно. И если почитать комментарии той же группы официальной ВКонтакте, то люди, мягко говоря, критикуют это решение, а грубо говоря, просто возвращают деньги за предзаказ Киберпанка. Абсолютно уверен, что CD Projekt знали, что их ждет после объявления вот этой информации, и думаю, что по компании это вдарит так нехило. Помню, читал одну статью, и там была аналитическая компания, в которой они проводили опрос среди предзаказавших Киберпанк, если будет очередной перенос. 10% этих игроков готовы были сразу вернуть средства. Как ни грубо это звучит, но скорее всего у нас снова упирается все в консоли, как это было с Ведьмаком 3. То есть, скорее всего, это не ново для CD Projekt. Если вы забыли, Ведьмак 3 у нас, по-моему, плохо работал именно с PS-кой. Из-за этого перенесли. Тут ситуация, как я понимаю, с консолями нового поколения. Так почему бы не сделать временный эксклюзив для ПК? В чем проблема? Я с удовольствием, например, играл в Horizon Zero Dawn при условии того, что эта игра была, мягко говоря, не нова. Она вышла достаточно давно на PS4. Она была эксклюзивом. Так почему бы, например, вот так по той же системе не пойти? Если нужен 21 день, то есть 3 недели, то сделали бы просто отладку консоли на 3 недели, например, нового поколения. То есть на старых консолях у нас и на ПК выходит вот 19 ноября, а на консолях нового поколения 10 декабря, и все. Конечно, нам остается лишь гадать, но откровенно вам скажу, я расстроен, но при этом не собираюсь отменять предзаказ, я жду эту игру. Пишите ниже, что вы об этом думаете, ваши размышления, пообщаемся. Всех благ вам, пока-пока.